Всем привет, с вами Apple Norris, и сегодня мы продолжаем игру под названием Call of Duty 2. 15 января 43 года, час 35, Сталинград, снег, минус 44 градуса по Цельсию. Мы укрылись в подвале жилого дома, отсюда слышно, как немцы переговариваются на другом конце улицы. Они не знают, что мы здесь. Утром мы с лейтенантом Войским попытаемся захватить немецкие позиции, вплоть до Корсвета. Если, конечно, не замерзнем до смерти. Рядовой Василий Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Товарищи, фашисты захватили несколько домов на этой улице. Наш долг – отбить у них эти здания, а потом уничтожить их склад боеприпасов после горсовета. Вперед! Господи, кто мне дал пистолет? Пожалуйста, можно я возьму винтовку? Ребят! О боже. Ребят, винтовку кто-нибудь даст? О, это не то. Ай. Ой. Я постоянно забываю переключать на режим с с аптечками. Извините. Пистолет, конечно, хорошо, но на дальней дистанции он вообще никакой. Ой-ой-ой. Ну, наконец мне дали снайперку. Какую-никакую, но снайперку. О, да. Большая аптечка, это хорошо. Это очень даже полезно. Они погибли! У нас ничего не выйдет! Мы все тут сдохнем! Так есть! Давайте, давайте, давайте! Я бегу! Прикрывайте, парни! Отлично. Так. У нас есть аптечки. Гранаты. Отойдите, лейтенант. О, зараза. Все ранили. Так. Только к танку я пока не особо-то и тороплюсь. Вольский, прикройте. Танк, попрощайся со своими гусеницами. Ай-яй. А? Привет. Фак. Замечательно. Откуда они выбегают тут? Все свои. Все свои. А, граната, граната. Фарш. Просто фарш. Ну и что такое случается в этом бою? Я скажу. Чем ты думаешь, немец? У тебя огнемет. Зачем ты стреляешь мне нас на него из окна? Он, конечно. Ладно. Мы в ближнем бою, так что я буду использовать автомат. Автомат в ближнем бою — это зверь. Лейтенант, после вас. Так. Попал. Делу снайпера. Привет. У меня небольшой автомат. Не вставать! Не вставать! Отлично. Граната. Обожаю автомат. Где они кидают? Сволочь.
Ну пусть останется две аптечки. Пригодятся. Хорошо. Ой-ой-ой. Так точно, лейтенант. Стреляем, стреляем. Какую валю? У нас никогда не было валь в отряде. Вижу их, наверное. А, зараза. Попали. Алексей, вы сколько их там потеряли в этой войне? Господи. Алексей, вы можете немного отойти от окна? Оу. Ну, спасибо. Я не могу стрелять, а я могу кинуть небольшое укрытие им. Так что, это сойдет же, да, лейтенант? Я его увидел, лейтенант. Можно не повторять дважды, я надеюсь. Так, пусть там будет дым. Ладно. Нету дыма. Тоже хорошо. Главное, что я убежал оттуда. И теперь надо дойти до танка. Эх. Сейчас все будет, ребята. Подождите только. Отлично. Нет, здесь мертвые все. Можно затариться аптечками. Ай, зараза. Перезарядиться. И понять, где танк. Ясно, где танк. Вижу его. Ой. Нет, я не пойду за вами. Михаил? Михаил, вы все-таки не подскажете, где у нас танк? Владимир? Нет? Не лезу, не лезу. Оу. Или лезу. Окей. Эй, танк! Уп, пока. Положил ему небольшой подарочек на кузов. Ну как вам? Понравилось? У меня не такое есть. Ай! Я успел уйти в укрытие. Аптечки — это хорошо. Ребят. У вас тут как? Нету никакой немцев? Ладно. Вперед, так вперед. 15 января 43 года. Час 40, Сталинград. Снег, минус 30 градусов по Цельсию. Лейтенант Вольский приказал отряду остановиться на привал. Недалеко проходил немецкий танковый конвой, но без противотанкового вооружения атаковать его было бы бессмысленно. До войны отсюда, до здания горсовета, пешком было 2 минуты без всякого, конечно же, риска быть убитым. Теперь все изменилось. Рядовой Василий Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Ну, пошли! 2:20 уже. Ребят. Ладно. У.
У него уже эта граната была. Да уж. Что-то мне это не нравится. Ребят, нас будут бить. Нас точно бьют. Ай. Где он? О, спасибо. Не убежит. Зараза! Ах. По крайней мере, с этими немцами удобно играть в горячую картошку. Они не знают, как в нее играть и умирают. Плюс? Наверное. Отлично. Чем? Как меня попали, я не умер. Оп. Мне это не нравится. Есть. Ребят, нас сейчас будут убивать. Это точно. Ау. Как он в меня попал? Тварь такая. Окей. Кто-то еще? Вот кто в рыке. О, давай, высуси. Или я его убил? Ладно, видимо, убил. Не убил. Или это новый был? Оп, оп. Аптечки — это хорошо. Теперь можно не бояться, что умру от первой же тычки. Теперь точно. О, как это попал? Гранат. На, черт. Пулеметчик, пулеметчик. Вода у него. Почти. Надеюсь, что я попал. Переродиться. Снайпер. А, зараза. Есть. Есть. Ой. Ты близко оказался. Я тебя не видел. А. Я здесь. Здесь, ребята. Сам ты Тотан. Ох. Пробились. А. Пробились, так пробились. Побегу. Ой. Сзади. Впереди. Много всюду! Кто это сошка, которая меня сзади стреляла? Прикрыл! Теперь точно! Черт! Ой, огнеметчик! Спасибо, ребят. Так.
Итальянец? Бывает. Ох. Как приятно с полным здоровьем ходить. Ой! Повторюсь. Как приятно с полным здоровьем ходить было. Ну, у меня есть гранаты теперь. Где там пулемет? Я попадаю, интересно, или нет? Вот он! Газовая. Борис. Думаю, что у меня нет. Черт. У него там перезарядка кидает, начнется. Сложь такая. Сколько людей положил? Вот тебе. Неужели я в него попал гранатой последней? Не верю. Но, видимо, да. Ох. Замечательно. Так, точно. Не подходите, а то я узнаю. Так, заходим здесь. Нужно зачистить здание. Вперед, товарищи! 15 января 43 года. 3 часа 45 минут. Сталинград. Снег. Минус 25 градусов по Цельсию. Мы зачистили большинство помещений в южном крыле горсовета. Двое наших бойцов были убиты фашистскими снайперами через окна. Из-за снайперов нам приходится передвигаться очень осторожно. Причина, по которой немцы не пытаются прорваться на нашу сторону, та же самая. Наши снайперы тоже не дремлют. Рядовой Василий Иванович Козлов, 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Пора! Слушайте! Ладно. Ой, немцы, горячая картошка. Спасибо. Лежать. Ой. Вася, спасибо. Ты меня спас. Замечательно. Есть аптечки, есть патроны, есть гранаты, есть немцы. Стреляем. Вау. Что-то у него взорвалась граната. Огнемет. Ясно. Пинг. Ха-ха. Сколько же есть бутылок? Ладно. Привет, ребят. Как у вас тут? У, снайпер! Есть снайперка? Василий, хватай. Спасибо. Винтовку. Отлично, теперь жди. Сейчас Паша привлечет внимание этого гада. Давай. Паша, давай. Да. Давай, давай, давай. Где он? Где он? Ау. Я не заметил. Красное здание, второй этаж. Бежал. Попал. Готов. Отлично стреляет. Молодец. Сам горжусь. Пойдем. Нужно еще отбить курс один. Замечательно. Так, что у нас здесь снизу? Держал. Немцы. Я за тобой. Я здесь. Ух ты ж, есть, есть, есть. Зараза. Чё-то немцы здесь полно. Не вставать, пожалуйста. Вам же хуже будет. Большая аптечка. Замечательно.
А это уже плохо. О, гранатами кидаетесь? Ай. Вот так вот. Ну, кажется, я здесь никого не мог пропустить. Есть кто наверху? Кроме мертвецов. Верхний этаж захвачен. Замечательно. Ох, не только. Здание захвачено. Ох. Нужно подготовиться к контратаке. Ясно. У меня есть лучшая оборонительная позиция. Прямо лучшая. А. Я возьму еще МП-40 на всякий случай. Они готовятся к атаке. Ясно. Ну, держитесь. Замечательно. Я смогу держаться хоть целый день. Извините, ребят, но у нас проблема здесь. Я знаю, что нас ждет впереди и практически. И я не хочу никак выходить под пулеметы. Я знаю, что, естественно, у нас будет идти целая волна немцев. И вы самоубийцы, если хотите здесь находиться. Пусть подходит ко мне, пропускайте их, пропускайте. У меня есть полный патрон, на всех хватит. Ладно. Думаю, можно и пострелять. О, вот они. Ой, зараза! Что ты делаешь? А, тварь. Ждал меня, да? Ай-ай. Вот это плохо. О, уже получше. Как-то я особо здесь... Ага, вижу. Ай, зараза. Но... все не очень хорошо. О, у вас патроны кончились, а у нас немцы пробираются. О боже. Гады. Много же их здесь. Воу. Немцы. Хорошо, что Дарвин был не одним из вас. Иначе бы вы знали про то, что у него есть такая теория о том, что выживают те, кто не бегут на гребаный пулемет. Привет. Лейтенант, можно вас спросить? Я могу получить после этой битвы повышение? А то я как-то все еще рядовой, я... Ладно. Ну, если я смогу. О боже. Ну, я, пожалуй, уйду отсюда. Горячая картошка, немец! Туда еще кинем газ. Больше газа. Главное, чтобы немцы... Ой, твой кончились. Ну, газа у меня больше нет. О! Горячая картошка! Прямо туда же! Сколько же их там? Ужас! Ужас! Сколько же снился? Оу.
Понятно. Они еще туда проходили. Ой, зараза! Ну что ж, отразили. Теперь уже подают сопротивление. Пусть бегут! Не будем их преследовать! Замечательно! Ха-ха! Мы отразили... Мы взяли это здание с силой! Да, ребята? Да, покажем им, Петр. Покажем. Ну что ж. Всем спасибо за то, что посмотрели это прохождение. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Грэя, на канал Теслера. И увидимся в следующей серии. До свидания.